22 июня в Уфе на Бельском мосту из-за высокой температуры начал плавиться новый слой асфальта, уложенный совсем недавно. Чинят везде, все делают, латают пробки, как бы это неудобно очень, особенно в дневное время. Печально, конечно, что новый асфальт и таким образом в таком состоянии некачественные работы выполнены. Откуда знаю, такой асфальт, наверное, плохой делают. Не знаю, мешает дороге вообще ездить нормально. Сколько уже можно? Люди позже добираются до места, туда точки назначения. Все, и ломают свои машины.